До 12 лет лишения свободы грозит бывшему полицейскому из Миасса, которого застукали с 14-летним мальчиком. По данным следствия, у бывшего служителя закона вскрылось еще 6 подобных эпизодов. Сейчас бывший начальник отделения следственного отдела МВД по городу Миассу под домашним арестом. И уже скоро над ним начнется суд. Женатый мужчина и отец двоих детей уже сознался в преступлениях. Обвиняемый устраивал интимные встречи с подростками в квартире Златоуста. Несовершеннолетним платил деньги за близость. С жертвами, которым было от 11 до 13 лет, знакомился через социальные сети, просил отправить их свои интимные фото. Теперь бывшему полицейскому из Миасса вменяют сексуальные преступления в отношении трех мальчиков.